2022 год, 16 марта, ребенок с диагнозом гидроцефалия, достаточно тяжелая форма. Сегодня первый день лечения. Хотим посмотреть, понаблюдать, чтобы вы, наши подписчики, понаблюдали судьбу данного ребенка. Здесь очень тяжелое состояние, но хотим уменьшить, значит, жалобы больного и улучшить состояние. Демек, 2022 yıl, 16 Mart, bemorimiz og'ir gidrosefaliya turi. Şu bemorimizni holatini biroz yaxshilamoqchimiz va bosh tesuvlarni kamaytirmoqchimiz. Сейчас я покажу МРТ. МРТ, значит, здесь. Сейчас я покажу. Значит, МРТ признаки объемного образования, ассоции. Субсидиарной области с распространением на переднюю черепную ямку и распространением ножки мозга, третье и прямой правой боковой желудочки. МРТ признаки атрофии больших полушарий головного мозга с асимметричной внутренней гидроцефалией и паравентрикулярной лейкоэнцефалопатией. МРТ признаки гипоплазии мозолистого тела. МРТ признаки ликворокристаллизации изменений субарахноидального пространства задней черепной ямки, МРТ признаки гипоплазии поперечных венозных сосудов и нарушений кровотока по средней мозговой артерии справа. Давайте посмотрим подтверждение данного заключения. Так, вот здесь можно увидеть подтверждение данного заключения. Здесь видно опухоль, объемное образование. Вот видно, вот в первых, вторых рисунках четко видно. Значит, в этих рисунках уже, значит, очень хорошо видно образование, значит, гидроцефальной структуры, структуры гидроцефалии. Значит, был расом лярда, демек, усманы кораны, икинчи расом усманы, жуды анык трубды, кораны, ва бьерда, шу, нема, гидроцефалияны кандай хосыл болят каларыны корышын мүмкін. Көп камерали, кистали, гимеки, нема, Маледа гидроцефалия хасыл болган. Многокамерная гидроцефалия тоже образовалась. Аллах. Ну, здесь, значит, что мы хотим? Какие здесь мы и ожидаем? Какие изменения мы здесь ожидаем? Объемное образование, рост уменьшится, процесс роста уменьшится, возможность стабилизируется. И состояние ребенка намного будет стабилизироваться. Демек, усманы тез усыши секенлашады, мозанатлашши мүмкін, ва, демек, беморлы холаты олдынге сылышы мүмкін. Но нет никакой гарантии, мы будем работать на нем, потому что некоторые методы лечения на некоторых больных действуют, на некоторых не действуют. Будем понаблюдать. Аллах шпасын есен, дай Бог вам здоровление. Ну, будем через 10 дней еще снимать. Какие будут изменения, вы тоже сами заметите. Аллах шпасын есен. А ты на меди? Малике? Тузимыса? Салигин яхшимы? Сені бір чырали қысқывар елік. Нема болды кегенінден бері яхшимысан, яман мысан? Яман. Нема болды, нема яман болды. Ачы қызын. Yaşar bokka gelmem. Hazır ki hazır. Yok. Hazır. Kaç on keser bu oldun sen? Bir haftadan keyin. Bir haftadan keyin. İştahların yakışı mı? Hı. Varenge şükür. Şimdi Kudadan tırlar seni soğayışın için rasayam hareket kılamız da. Boptu mu? Seni uzun Kuda halese hemme tamamen yordam veremem. Nime fikirlerin var, nime tileklerin var. Hayat kızım. Hemme tüzelip gitsin. Hemme tüzelip gitsin, he? Ben şimdi kusarla hakkı olasın. Hemme tüzelip gitsin, he? Şu katarda seni tüzelgin. Doğru mu kızım? Hı. Allah şifasını yersin. Min gekirgin kızım. Bitti böyle hem gelsin. Bulgen iken ku. Kim var gene ki? Bitti bu, kesel o gene ki. Ne mi bu? Sen gereken ulatı. Sen gereken mi? Hı. Güzelip gitti. Oldu seni hem tüzeltemiz kızım. Sıkılmayın. Geliştik mi? Hı. Hop. Sıkılmayın. Allah şifasını yesin. Bunlar yoruldan kursatırsana. Allah şifasını yesin. Dayı babamız daravlayın. O için karşı uçtuk bayağı bir şeydi. Значит. Bu ne kadar
Молодец. Сейчас мне задают вопрос, таких же детей, как я, вы, у вас выздоровление было или нет. Албатта түзәткәнмен, балам. Худо халаса, сені ям түзәтәмен, деп, харакет қыламын. Боптымы? Я обещал, что я его буду выздоравливать, поэтому смеется. Спасибо, балам. Рахмат сенге. Боптымы? Худо халаса, сені яхшы қыламыз. Сен сықылмасын болды. Боптымы? Рахмат сенге. Аллах шипасын ерсін, Аллах шипасын ерсін. Хоп. Нема ярдам керек болса, айтасын. Келіштік.